Здравствуйте, с вами канал Рукоделие GoPlay. Сейчас я вам покажу, как вязать крючком. Берем нитки, делаем петельку, сделали петлю, набираем воздушные петли, берем крючок и набираем воздушные петли. Обхватываем, протягиваем. Давайте наберем. Так, сколько мы набрали? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 воздушных петель мы набрали. Как нужно вязать? Просовываем крючком в петельку, вытянули ниточку, из двух сделали одну. Просовываем, обхватываем нитку, протянули. И так мы провязываем весь ряд. Просовываем, вытянули, из двух одну. И весь ряд. Что у нас получается, смотрите. Мы с вами провязываем первый ряд. Просунули, из двух петелек сделали одну. Осталось несколько петелек первого ряда. Данной вязкой можно вязать, например, шарф или любое другое изделие. Итак, мы с вами провязали все 15 петелек. У нас получился первый ряд. Что мы делаем, чтобы перейти на второй ряд? Делаем воздушную петлю, переворачиваем, и теперь мы провязываем, просовываем петельку, просунули, вытянули, из двух петелек сделали одну. И так дальше провязываем. Такая вязка получается у нас. Просунули крючок, вытянули, из двух петелек сделали одну. Просунули, вытянули. Просунули, вытянули. Мы доходим до конца второго ряда. Дошли. Теперь мы делаем воздушную петлю, переворачиваем и также провязываем, просовываем, вытянули, из двух сделали одну. Что получается? У нас получается плотная вязка, удобно для свитера тоже, для кофточки, более плотная вязка.
мы провязали с вами 3 ряда. Вот что у нас получилось. Делаем воздушную петлю и следующий ряд. Такой вязкой очень быстро можно связать шарфик. И шапочку тоже. Следующий ряд провязали. Делаем воздушную петлю, переворачиваем и опять пошли. Вязка получается оригинальная, красивая. Потом, допустим, на шарфике можно вышивать. Когда получится шарфик, можно цветочки связать и пришить. Вот такое у нас получилось. Вот смотрите. С этой стороны и с обратной стороны. Всем спасибо за внимание. С вами был канал Рукоделие GoPlay. Творческих вам успехов. До свидания.